«Минотавр, дракон, викинги, буйство, красок и творческих идей». Выставка молодых и заслуженных художников Череповца проходит прямо в торговом центре. Вот так, неожиданно, выйдя за покупками, можно увидеть героев мифологии разных стран. Выставка «Живое дело» у нас проходит уже 4-й раз. Значит, начали мы этот проект как проект выпускников, но постепенно он у нас преобразовался в проект достаточно широкого участия, то есть у нас участвуют выпускники, студенты, и привлекаем мы неформальных художников. Вот в прошлом году привлекали, в следующем году мы тоже собираемся делать уже 5-ю выставку, юбилейную. Но интерес этих выставок, мне кажется, состоит в том, что они тематические, то есть люди работают не, ну, так, не абстрактные какие-то темы, а у нас каждый раз есть определенная тема. Последний раз у нас вот тема «Миф». Соответственно, все участники этой выставки работали с конкретной задачей. Ну и второй год у нас вот такой опыт выставки в торговом центре. Это, безусловно, открывает новые возможности для жителей города познакомиться. То есть они, совершая покупки, все-таки имеют возможность посмотреть. Потому что, ну, не всегда у людей есть возможность куда-то выбраться на какие-то специальные мероприятия. Ну, для нас это, конечно, некая реклама. И, конечно, мы заинтересованы расширять этот проект, то есть мы привлекаем, ну, в силу того, что у нас выпускники живут теперь в разных городах Российской Федерации, то есть у нас он становится уже таким немножко всероссийским, и, конечно, амбициозные планы определенные есть. В процессе создания работ приняли участие студенты, преподаватели, выпускники училища искусств. Многие экспонаты – плод совместной деятельности наставников и учеников. Представленные работы выполнены в различных техниках. Компьютерная графика, батик, гобелен, акрил. Необычно иного выглядят работы, созданные в технике бумагопластики. Это сложный и кропотливый процесс создания объемных фигур из бумаги. Минотавр, дракон, это такие, как и крысы. Общая тематика – это были мифы. Поэтому мы, в общем-то, себя не ограничивали, выбирали различные мифы, японские, древнегреческие мифы. Дракон, который представлен здесь, его называют Фукурио, японский мифологический персонаж. Мы его по-своему как бы увидели, стилизовали, и дракон, он, в нашем понимании, это все-таки агрессивный персонаж, мы его представили иначе, то есть другой образ создали. Миф о Минотавре вам всем известен, в общем-то, мы представили его тоже таким как трофеем неким, да, то есть кульминацией, сзади расположен лабиринт. И, собственно говоря, вот голова самого Минотавра, то есть образ уже более такой немножко мрачный получился, то есть более суровый. Ну и, соответственно, окраска такой под металлик, тоже это, так скажем, в угоду образу, то есть не просто так мы это выдумали. Посмотреть работы выставки можно до конца января по адресу Победы 200 на втором этаже.